الحمد لله الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اتقوا الله يا عباد الله أوصيكم بالتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب ربكم على نفسه رحمة سائل جماعت. Дорогие единоверцы, Всевышний Аллах говорит в Коране: Всевышний Аллах приказал себе быть милостивым, милосердным. Это очень красивый аят. Всевышний Аллах сотворил нас в прекрасном облике и всем своим созданиям и ангелам приказал поклониться человеку. Он сказал: «Я сотворил это создание, человека, в прекрасном облике». Дорогие мусульмане, наш Господь очень любит нас. Он всегда рядом с человеком. Всегда ждет, что человек раскается в своих грехах и вернется к нему. Если вы посмотрите на аяты Корана, от первого до последнего, вы нигде не найдете того, чтобы Аллах назвал своих рабов неверующими. Нет такого аята. Всевышний Аллах обращается к своим рабам. «О люди! О мои рабы!» Но он не называет их неверующими. Однажды курайшиты пришли к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и сказали: «Мы будем поклоняться один год нашему Богу и один год твоему Богу». Всевышний Аллах же запретил им это, говоря: «Ваш Господь един, и вы должны поклоняться только Ему». Об этом говорится в суре «Аль-Кафирун». Во всех остальных случаях Всевышний Аллах обращается к своим рабам со словами: «О люди! О мои поклоняющиеся рабы!» Но не называет их кефирами. О чем нам говорят эти аяты? О том, что Всевышний Аллах очень любит человека. Он очень любит свое творение, любит больше, чем мать любит своего ребенка. Однажды наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был на одном из сражений. И в этом же сражении принимали участие и женщины. После окончания битвы одна женщина начала искать своего ребенка. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и сподвижники помогли этой женщине в поисках ее чада. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Как вы думаете, способна ли эта женщина бросить в огонь своего ребенка?» Сподвижники ответили: «Клянемся Аллахом, нет, на это она не способна». Тогда он сказал: «А Аллах жалеет своих рабов больше, чем эта женщина жалеет своего ребенка». Это великий хадис. Дорогие мусульмане, милость Господа велика. Известна нам история об одном человеке, который убил 99 человек, а затем убил и сотого, но он раскаялся в содеянном и вернулся к Аллаху. И за то, что он раскаялся, Аллах ввел его в рай. В хадисе Кудси Всевышний Аллах говорит: «Если раб приблизится ко мне на пять, я приближусь к нему на локоть. Если он приблизится ко мне на локоть, я приближусь к нему на сажень. А если он направится ко мне шагом, то я брошусь к нему бегом». Насколько же милостив Аллах?
Дорогие братья, я делаю вам наставление. Никогда не оставляйте свои дела на завтра. Постепенно мы должны изучать свою религию. Постепенно совершать намаз. Ведь намаз — это основа нашей религии. В другом хадисе Кудси, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорил, что Аллах сказал: «О сын Адама, если твои грехи достигают небес, и ты просишь у меня прощения, я дам тебе его». Дорогие братья, Аллах создал человека, придал ему облик, дал ему зрение и слух, и награждает еще многими благами в жизни. Человек знает, что это Господь, который нас создал, но, к сожалению, благодарит кого-то другого. Например, у тебя есть сын. Ты растил его, пока он был ребенком. Когда он вырос, ты дал ему возможность получить образование. После окончания учебы ты нашел ему работу. После этого ты его женил. После женитьбы ты снова ему помогал. И когда он стал взрослым и сильным, а ты ослаб и постарел, он поблагодарил не тебя, а твоего соседа. Как вы себя будете чувствовать? Что вы скажете? Вы скажете, что этот человек неблагодарный, что он не знает, что такое доброта. Всевышний Аллах создал нас. Он всегда заботится о нас. Он всегда с нами. И если мы не благодарим Аллаха, не совершаем намаз, если мы не стремимся познать Его, я полагаю, что это большой грех. Пусть Аллах всегда ведет нас прямым путем. Пусть откроет наши сердца и глаза. Пусть поможет нам жить, руководствуясь Кораном и Сунной нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Пусть дарует единство нашему народу. وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيد محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة.